Счет 4-2. Хет-трик твой. То есть фактически ты сделал игру своей команде. Пожалуйста, комментарий. Ну, хочу сказать, что по первому тайму мы были уступали сопернику, в том плане, как сказать, по опыту и физически. Во втором тайме более собрались, сильно сконцентрировались. Я бы сказал, взяли, наверное, больше физикой, так как у них игроки более возрастные, более опытные. То есть и за счет физических способностей мы, возможно, их переиграли. То есть как бы так. Ясно. Как думаешь, может быть, все-таки начало игры еще сопутствовало тому, что новое поле и не совсем оно приспособлено, скажем, для игры? Ну, я считаю, что соперник, наверное, воспользовался в первую очередь опытом. То есть, ну, поле для всех одинаковое, одинаково скользкое, условия были одинаковые. И хочу заметить, что хорошо сыграли в защите, хороший у нас вратарь подсказывал, вел нам игру. Из-за этого, наверное, мы хорошо сыграли. Ну да, Рин уже у нас был изначально был принципиальный соперник. То есть наши главные конкуренты, то есть мы отобрали у них 3 очка, то есть не отобрали 3, отобрали 6, мы так считаем. И хочу заметить, что я думаю, что Рин уже еще дадут бой дальше, и мы будем бороться с ними дальше. То есть эта победа еще не дает нам никаких результатов, то есть никаких шансов там на занять второе, третье, первое место. То есть Рин уже еще себя покажет, еще второй круг впереди. Ясно. Что ж, Эдуард, большое спасибо за это интервью. Спасибо вам.